Всем доброго дня! Сегодня готовим нежный слоеный салат, который украсит любой стол. Он также очень вкусный и готовится из доступных продуктов. Салат готовим заранее, чтобы он хорошо пропитался. Итак, обжариваем грибы, отвариваем и нарезаем грудку, натираем на терке сваренные овощи, орехи измельчаем на блендере или ножом, отвариваем яйцо и также натираем на терке. Еще на терке натираем сыр. Первый слой у нас тертая морковь. Выкладываем ее на блюдо. Затем выкладываем половину картофеля. Затем половину сыра. Половину яйца. Сверху поливаем майонезом очень обильно. Потом выкладываем курицу порезанную. Присаливаем. Перчим. Можно добавить какие-то любимые травки. Также сверху укладываем грибы и измельченные орехи. Затем выкладываем натертую картофель, яйцо и также обильно все это заливаем майонезом и сверху натираем сыр. И также сверху кладем морковь. Или натираем, или кладем и оформляем в виде тортика. Нужно оставить на ночь в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, удачи, друзья. Пока!